Всем привет, дорогие друзья! Итак, у нас прошла четвертая неделя нашего 90-дневного марафона. Как всегда, с понедельника по пятницу у нас проходят утренние заправки, и они становятся каждый раз все мега ярче, круче и интереснее. Представляете, вы же слышали, что мы разбились на команды. Так вот сейчас каждая команда поочередно проводит свои заправки. И разные эксперты из разных стран делятся своими опытами, знаниями, фишками. Например, как продвигаться на просторах интернет, или какие-то технические знания, или какие-то инсайты. Это очень интересно. Во вторник наша команда будет проводить. Да. По средам, как всегда, у нас проходят презентации, и сейчас тоже меняются и проводят разные спикеры. Это тоже интересно. В четверг у нас был брифинг «Вопросы и ответы». И заранее каждый абсолютно может заполнить специальную анкету, написать свои вопросы, чтобы ни один вопрос не ускользнул от внимания наших заботливых руководителей. И в субботу у нас был тренинг, проводил Дмитрий Разумовский, где каждый поделился, почему он пришел в эту компанию, как его пригласили, что его зацепило. В общем, вкратце вот так. Все очень интересно, жизнь продолжается и достигаем новых успехов, новых высот. Очень много интересного нас еще ждет впереди.